Приветствую, мои русскоговорящие друзья, кто смотрит мой канал. Записываю отдельное видео на российском языке, так как в Украине есть аудитория, которая больше воспринимает российский, и я не против этого. Так вот, сегодня у нас наконец-то снова выпал снег. Сегодня 27 число, 1 месяца 2021 года. Те, кто только вылез свои берлоги с первым снегом, а те, кто часто наблюдает за такой сменой погоды, с добрым днем. Ну, буквально сегодня выпал этот снег. Вчера его не было. Вчера было все мокро. Был дождь. Был туман, особенно днем. Сейчас я на речке. Речка Псел. Это в Сумах. Город Сумы. Заречный район. И у нас такая сейчас красивая погода. Извините за качество видео. Снимаю на обычную мобильную камеру Nefas. В принципе, она позволяет минимально снимать качественно, но если кому-то что-то не очень видно, могу увеличить, но, наверное, лучше не надо. Это максимальное качество. Ну, снимаю, в принципе, приложением Камеринга. А основную камеру я не снимаю, потому что она часто тормозит. Уже не знаю почему, но не любит телефон, родное приложение. Фотографии я делаю на Open Camera. Ну, иногда на Камеринга, но Камеринга в большинстве я снимаю все-таки видео, потому что оно сохраняет и нормальное качество, ну, как для телефона такого дешевого порядка, но и пишет неплохое аудио. И сам, в принципе, телефон на аудио неплохой. Я, кстати, на него уже снял два фильма, короткометражных, конечно. То есть он позволяет снимать неплохо. Так вот, покажу вам небо. У нас небо полностью серое, хотя, честно скажу, серо-белое. Вот, ну, пройдемся до камышей. А что показательно, что я рассчитывал на то, что будет сначала очень сильный мороз, потому что синоптики предупреждали о том, что из Западной Украины будет к нам двигаться циклон, но, скорее всего, он застудился над Киевом. Вот. А так как у нас северный район, крайне северный, да, что мы приграничная зона с Курской областью Российской Федерации, поэтому, собственно, о чем я? А я о циклоне. Вот, ну, версий по поводу движения циклона очень много. На самом деле у меня нет натальной карты глобального позиционирования. Я смотрю по погоде в регионах, вот там, центральной, восточной Украины и западной, которые показывают, как погода будет меняться. Вот. Но на самом деле, двигаясь через города, погода меняется по-своему. То есть, часто синоптики уже довольствуются прогнозами максимум на 2-3 дня, не более. Почему? Потому что иногда и они ошибаются в своих прогнозах. Вот, может, из-за того, что старая школа, не хочу на синоптиков наговаривать, но, в принципе, часто они ошибаются. Сейчас снова начался снег. Снег небольшой, в принципе. Вот, такой легкий снегопад. Как раз совпал с днем рождения моей мамы. У нее сегодня день рождения. Вот, и, как, скажем так, как на заказ выпал снег. Ну, такой, в принципе, красивый, мне нравится.
Можете писать в комментариях по поводу снега, красиво или нет. Сейчас максимально приближу. Такое, ну, кажется, матрица у меня не очень достойная, поэтому за качество извиняйте.